Жизнь Google Apps в нашем университете началась 19 октября 2011 года после подписания только что вступившим в должность ректором Сергеем Михайловичем Дмитриевым приказа о внедрении онлайновых технологий, технологий Web 2.0 на домене, который мы получили вместе с сервисами Google, заключив договор с крупнейшей IT-компанией мира. Что же включают эти сервисы? Во-первых, это очень мощная система безопасности. Во-вторых, это корпоративная почта, не просто Gmail, а nsto.com. Во-вторых, календарь, который позволяет очень многие вещи сделать, для расписания, составления расписания. Диск, доступ которого имеется с любого компьютера с выходом в интернет. Документы, таблицы презентаций, то есть такой мощный офисный пакет, облачный. Сайты, которые студенты с большим удовольствием делают совершенно самостоятельно. Если чего-то не хватает преподавателям или студентам, они всегда могут зайти на ярмарку Apps и там получить другие новые наглядные пособия для учителей, утилиты, администраторов и так далее. Есть у нас видеоканал, который включен в каталог 500 лучших видеоканалов университетов и колледжей мира. Название этого видеоканала тоже nsto.com. Используем мы и другие продукты компании Google, входящие в Google Apps. Это Google Plus на нашем домене. Имеется закрытое сообщество nsto.edu, на котором пока всего 50 человек и работают в тестовом режиме только в Институте ядерной энергетики и технической физики. Как только появляются новые сервисы, мы сразу получаем к ним доступ. То есть мы идем в ногу с лучшими университетами США и Европы.